Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Salt Knight. Новая игра, естественно. Так, ну что, у нас с тобой сколько там финансов? Финансов, наверное, не так много. Так, на почте что-то новенькое. Давай выбирать. Кстати, мы можем открыть навык. А нужно ли? Нужно! Открываем, ребята. Совершенный огонь. Улучшить... Тыщенка, да? Так, ладно, совершенный огонь у нас с тобой есть. Выбираем именно его, нашего рыцаря. Будем именно за него играть в последнее время. Я уже привык, так сказать, да? Так, ну что, давай, наверное, заглянем к курьеру. А что курьер хочет мне рассказать или показать? Получи и распишись. Ага, 500 голды я получил, спасибо. Что у меня на почте интересного? Давай глянем. Новинки. Так, охотник-новичок. Так, а ничего нету, все же старое. Или что-то все-таки есть? Нету? Магазин кошки удачи. Не надо мне. Подожди, но все равно почта почему-то активна. Ну давай заглянем, что у нас тут. У нас три рыбки. Улучшенный садовый набор. Понятно, так. 5000 самоцветов за 5 рыб. А слушай, а где рыбки вообще эти можно найти? А? Вот объясни-ка мне. Я бы, например, хотел бы. Слушай, мне сказали, что пройти задание наставника, и ты все поймешь. Давайте я, наверное, ребят, так и сделаю. Посмотрим, что мне наставник. Начнем? Да, начнем. Поехали. Надеюсь, ты меня научишь каким-нибудь премудростям. Так, твое обучение начинается. Посмотри в сундуке. Ну, это я знаю. Так, берем с тобой пушку. Погнали. Ну, с этим я разберусь. Сосунки для меня здесь все сейчас, в данный момент. Главное, не тупить лишний раз. Так, открываем сундук. И идем с тобой наверх. Чему же ты меня тут хочешь научить? В данный момент я все и так знаю. Без тебя. Воу-воу-воу-воу-воу. Звездочка, успокойся. Фига у него лазер пробивающий. Так, не расслабляйся. Ага, врагу не сдавайся. Да я и не собирался вообще-то сдаваться. Тихо. Ребят, у меня с броней все очень плохо. Давай-давай, копись. Господи, ну, готов. Так, здесь можно что-нибудь найти. Монетки там, например, да? Энергию. Так, двигаемся дальше сюда. Угу. Ага. Так, печь для переплавки сделает другое оружие для тебя. Мне... А что, это обязательно нужно? Блин. Ну, давай. Другого варианта нету. Так, ПП новейшего поколения. Ох ты. Слушай, прикольную штуку он мне дал. Так, печь при создании превратит твое оружие обратно в материалы. Ты издеваешься сейчас надо мной? Ага. Детальки две получил и железную руду. А ты не думаешь о том, что я остался без оружия? А? Так, нужно новое оружие. Посмотри, что в сундуке. Пулемет Гатлинга. А здесь у нас что это? Радугомет. Слушай, может быть, мне взять лучше пулемет Гатлинга? Дай-ка я хоть посмотрю. Вот его оставлю. Так, это что такое? Кликнуть сюда. Ну и что? Ух ты. Кстати, тоже неплохая штука. Ладно, погнали. Будем разбираться с этими сосунками. Ой, меня заморозили, ребята. Я остался без брони. Надо броню накопить. Ну-ну, вперед, кричит мне этот наставник мой. Ну-ну, вперед, ага. Так, разобрался. Уничтожил. И последний враг. Вот он. Ой, тихо-тихо-тихо, уходим. Все, я с ними разделался. Так, сундучок заберем. И двигаемся с тобой вот сюда. Так, дай этой статуе монеты, чтобы получить усиление навыка. Монеты, ну ладно. Даю монеты.
Это что сейчас было? В данный момент, что это было? Объясни-ка мне на милость. Я ни шиша не понял. Все взорвалось к ядрене фени, и все. Оу-оу-оу-оу-оу. Тихо. Не надо ракетами меня бомбить. Заколбасил. Так-так-так-так-так-так-так. Уничтожили. Слушай, ну пушка-то имба, на самом деле. Прикинь. Она может и замораживать, и просто убивать вражин. Что там у нас за ханорик прячется, а? Ну-ну-ну, все. Так, меня заморозили. Органический материал. Взяли. И последняя комнатка, да, у нас с тобой, наверное? Наверное, последняя. Так, золотой рудник. Ну-ну, вперед. Так, что ты мне... Ну и помощник, я тебе скажу. Он быстро так говорит, что я даже ничего не понял. В общем, я забрал деньги. Так, получи бронированное средство передвижения с уникальным навыком. Торговец броней, да? Хочу прокачаться. Езжай, говорит, осторожно. Окей. Ох, ё. Ребята, это что такое новенькое? Ничего себе. Что мы можем делать? Поехали. Обалдеть. Просто ракеты выпускаем с тобой. Мало того, что ракеты, мы еще можем вот так вот бомбить. Ну это имба, на самом деле. Тут по-другому не скажешь. Мы типа с тобой в костюме, да? Просто всех разорвали. Почему в обычной игре мне такой не дают, а? А только лишь на обучении. Скажи-ка мне на милость. Ага. Так, обучение почти закончено. Возьми эти мощные усиления. То есть любое или только одно? Зелье силы. Так, пузырь с усилением. Давай, наверное, вот это возьму. Могу же взять? Так, или просто мне нужно кликнуть. Так, уменьшение скорости пули. Это все понятно. А вот это что у нас? Вот это вот. Что оно дает? Не... А, мне, наверное, нужно вот так вот все это, да, кликать? Слушай, ну если я тут сейчас все эти заберу, я буду просто имбой. Это меня типа к боссу подготавливают, что ли? Или к чему? Пока не знаю, ребят, посмотрим. Скорее всего, босс. Ух ты! Нет, это не босс. Это какой-то демон был. Открываем сундук, метла. Ага. Мы с тобой пушечный залп. Семена лука. Окей. Офигеть, мне этот костюм очень нравится. И портал. Но я так понимаю, обучение еще не закончено. Или закончено, продвинутое, так сказать. Закончилось? Выбери героя. А что тут думать, ребят? Выберите героя. Возьмем этого же нашего рыцаря. Мне он вполне устраивает. Так, все-таки с почтой мне немножко непонятно. На почте должно быть что-то. Но я ничего не вижу. О, письмо от наставника. Поздравляю, продвинутое обучение завершено. Теперь ты настоящий рыцарь. Прими в дар это мощное оружие. Успехов тебе. Оу, ПП новейшего поколения. Ты прикинь, что он мне подогнал. Вот это я понимаю. Вот это подарок. Так, ну что-то же еще есть на этой почте. Вот оно что. Получение достижения, восходящая звезда, гильдия рыцарей. Забираем. Отлично. Так, друзья мои. Все, да, почта теперь молчит. Сундук. Это все понятно. Так. Обалдеть. Обалдеть, мне нравится. Так, у нас что-то здесь с тобой. Я вот не знаю, это, наверное, нужно полить еще до сих пор, да, мне кажется. Давай возьмем. Упс. Так, а как полить? Полить. Вот, пускай растет. Здесь, наверное, тоже польем с тобой, отлично. Так, кстати, я, по-моему, получил семена. Да, семена моркови, давай посадим. И польем. Ты поливать-то будешь или нет? Давай, полить. Все.
Отдай мне, пожалуйста, мое ПП новейшего поколения. ПП новейшего поколения. Опять паночка увидел меня. Слушай, а для чего здесь горшок? А, я его не могу взять, да? Понятно. Покормить. Блин, слушай, ну вроде бы же был у меня бамбук. Или он еще пока созревает? Гасепон автомат. Нет, не хочу я тут пока тратить ничего. Доска заданий. Так, челлендж. Защита врага, скорость стрельбы врага. Это что сейчас было? Это я типа взял? Да, ребята, вот у меня тут активировалось. Наверху. Так, Даус. Силой данной мне. Так быстро тут этот разговор прочеркивается. Так, это у нас торгаш, это все дела. Так, вот здесь вот поврежденный робот. Броня прототипа. Очень много всяких элементов нужно. У меня этого ничего нету. Стол конструктора. Опять же ничего нету, да? Окей. Шаман. Извини, говорит, пока закрыто. Археолог меня тоже не хочет никуда пускать. А кто-то мне сказал, что я ведь что-то могу взять. В комнате, по-моему, вот здесь вот, да? Вот в этой комнате что-то... А, так оно... Оно закольцованное. Растение. Так, скорость улучшить. Нет, я лучше улучшу своего потом рыцаря. Сундук АК-47. Нет, лучше я ПП оставлю себе. Вот тут вот есть только поменять. Ну что, ребята, давай пойдем на наши приключения. Пора бы уже наводить тут шороху вражинам. Поехали. Опа, опа, кабанчики. Пш. Вообще никаких проблем. Просто на изи рву. Ребят, вот это ПП, вот это да. Новейшего поколения. Так, мы получили монетки и идем с тобой вот сюда. Здесь у нас восклицательный знак, а значит что-то будет. Так, дать монеток нету у меня. Понимаешь, нету монеток у меня. Может быть, мы сможем с тобой заработать здесь где-нибудь. Давай попробуем. Просто всех уничтожаем. Тотальное уничтожение, да? И причем Ой, это что за акула? Что это такое? Ой! Она на меня побежала, но я ее успел уничтожить. Так, это с копьями. Все, что ли? Нет, еще один халабуда жив. Уничтожили. Так, монеток все равно пока маловато, не хватает нам. Сундук внизу. Давай-ка мы его откроем. Что нам тут? Штыковая винтовка. Так, подожди, а тут АК-47. Погоди-ка, а это что такое? Вот это вот. Да не это. Вот это вот что? Я не могу понять, что-то лежит, но взять почему-то не могу. Пушка Гаусса. А как мне ее подобрать-то? Невозможно добавить приспособление. Почему невозможно? В чем проблема-то? Я вообще не вижу никаких проблем. Но видишь, невозможно написано. Гранатомет. Зашибись. Ни того, ни другого не могу взять, а? Ладно, пойдем. У нас еще есть одна комнатка, которую мы с тобой не успели пройти. Вот здесь вот она наверху находится. Расколбас. Погнали, погнали, погнали. Окей. Так, мне нужно 14 монет. Нифига акула тут наяривает. Все, мне хватает как раз монеток, чтобы получить какое-то благословение. Давай проверим. Что же эта статуя мне даст? Дать монеты. Даю. И в итоге ни шиша, да? Ясно, погнали. У меня, кстати, с энергией очень плохо все, друзья.
84 осталось из 180. А штыковая винтовка тоже отнимает, да, энергию? Печалька. Так, выберите бонус. Давай посмотрим. Больше самоцветов в конце каждой игры. Увеличение эффектов зелий и броня плюс один. Вот броню плюс один я, наверное, возьму. Хотя, может быть, монеты надо было лучше взять. Фиг знает. Ух ты. Мак, закончилась энергия, я тебе помогу. Спасибо, Мак. Так, денег у меня все равно нету. Ну что же, погнали. Где враги? Враги не заставляют себе долго ждать. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Ничего себе, у меня хп осталось. А что так мало-то? Почему так мало, друзья? Я не согласен на такое. Очень мало. Надо предельно аккуратно играть, если хотим тут с тобой вообще как-то выжить и пройти как можно дальше. Какие-то кабаны дикие, очень ужасные, очень быстрые. Так, монетки забираем. Зелье энергии. Зелье энергии — это, конечно, хорошо, но на самом деле... Так, у меня всего 4 монеты, а нужно 10, да, чтобы там купить что-то в магазине. А если я забегу сюда? Переплавка, да? Давай-ка так вот сделаем. Понятно, не хватает монет. Все, все здесь упирается в деньги. Хорошо, пойдем откроем сундук. Посмотрим, что в нем. Молот. Нет, спасибо. Молот мне точно не нужен. Хотя, возможно, в ближнем бою-то он пригодился бы. Кабаны, посмотри, какие лютые. Лютые эти кабанчики. Так, убегаем. Зачем я подставляюсь под снаряды? Есть контакт. А ты там что? Фига ты. Йоу, тихо-тихо-тихо-тихо. Кабаны успокоились. Расколбас, расколбас. Да сколько же вас тут, врагов-то этих, а? Дай сундук открою. Ничего хорошего мне не выпало, к сожалению, здесь. Опа. Ой-ой-ой. Блин, опять я всю броню сфейлил. Опять я всю броню потратил. А эти, главное, спокойненько себе ходят по ней, да? По этим шипам. Все, ребята, энергии нету. И что прикажешь делать? Вот так вот колоть их, врагов этих, штыком? Ну да, от безвыходности начнешь колоть штыком. Так, 14 монет. Пойдем-ка мы с тобой сходим на начало. И я попробую купить в магазине, ну, пробирку там какую-нибудь. Так, может быть, зарядишь меня энергией, Мак? Нет, больше он не хочет заряжать. Большое зелье энергии. Ну, хотя бы и на этом спасибо. Так, двигаемся дальше с тобой. Нам не сюда. Нам выше. Нам в портал с тобой нужно бежать. Вот он. Ну что же, заходим. Призы можно получить в подвале. Ага, в подвале, конечно. Кого вы там обманываете в подвале? Активируемся. Пошел, 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 расколбас. Ёлки-палки, еще враги. Ну? Готов, паразит. Этого тоже ушатали. Кабана завалили. Так, теперь я пойду открою сундук. Спасибо за зелье. Так, теперь вот сюда зайдем. Вот сюда зайдем. Блин, опять переплавка. Ну. Старая снайперская, блин, винтовка. Подожди, а почему? Так, увеличение количества врагов, которые могут пронзить пули. Шанс выстрелить огневой гранатой при атаке. Я даже не знаю, что и лучше-то. Давай, наверное, вот это вот. Нет. Или да. Да, возьмем вот это вот. Попробуем. Так, ну что, поднимаемся выше. Да, здоровье, конечно, оставляет желать лучшего. Что ты делаешь, Рэй? Надо активацию врубать. А я не ту совсем нажал.
О, зелье, зелье энергии. Так, здесь у нас будет сундук с тобой лежать. Давай-ка мы глянем. Опа. Вот что мне нужно. Блин, нехватка. Нехватка. И композитный лук. Ты представляешь, мне нужно было 20 монет, но у меня их нету. Ну что, тогда идем с тобой в следующий портал. Выбрать бонус. Ну-ка, увеличение урона посохов. Так, увеличение числа комбо-ударов для оружия, это понятно. Иммунитет к токсичным газам, замедлению. Вот это вот возьмем. Мне сказали, лучше брать защиту от ядов, от огня. Не знаю, правда, неправда, но время покажет. Ой, елки-палки, сижу, смотрю на эти статуэтки. А там враг, оказывается, уже бомбит по мне. Эй. Так, сундук. Я пойду, наверное, вначале открою сундук. Потом сходим с тобой вниз. Ядовитый орел. Да я даже не знаю, а снайперская винтовка что делает? Пушка Гаусса. Так, секунду, ядовитый орел. У нас с тобой... Ладно, оставим, наверное, так. Зеленый всяко лучше, чем обычный, согласись. Так, теперь я хотел сходить вниз. Здесь у нас восклицательный знак. Понятно. Статуя инженера. Не хватает монет. Буквально 3 монетки нам нужно, да, еще с тобой? Ладно, сейчас быстренько мы их заработаем. Я думаю, что вот после этого боя. Ах, какой расколбас, а, ребята. Шикарно просто. Тихо, тихо, тихо. Враги. Враги, понимаешь, не дремлют. Бумеранг, бумеранги он не пускает, а? Ну, жучары. Так, нам лучше с тобой прятаться. Ох ты, это кто такой? Что за демон? Готовченко, парень. Все, нахлобучили. Вот теперь у нас с тобой достаточное количество финансов. И я могу сходить вот сюда вот. Сюда же нам нужно, да, по-моему? Нет, я что-то путаю. Вниз, да. Где восклицательный знак? Там статуя инженера. Ну что, заплатим? Да что ж вот это он дает? А что это за взрывы такие, а, ребят, происходят? Я не пойму. Ладно, чешем с тобой отсюда. Там, кстати, у нас уже портал ждет. 127 энергии. Блин, маловато будет, если честно. 127 энергии, эта пушка очень мощно бомбит, ну и также мощно тратит. Сколько ты? 13 требуешь, да? Понятно. 13. Где враги? Воу-воу-воу-воу. Вон он тут, демон. Ух ты. Вот оказывается, что это такое, ребят. Ай-яй-яй. Да что ж за демон-то такой, а? Жесткий. Вальнули. То есть теперь я вот так вот устанавливаю просто-напросто взрывчатку, да? В принципе, это даже очень хорошо. Не хватит, да? 34. Какой ты жадный, а, торговец? Не мог скидку, что ли, какую-нибудь там сделать мне? Опять этот демон. Лучше вот так вот прятаться. Так, с этими разобрались. Разобрались, кабан. Я знаю, что можешь делать, телепортироваться. Быстро бежать. Так, всех тут уничтожаем. Забираем энергию, монет. Ой, с энергией это вообще, ребята, туго. Ёлки-палки, а у меня есть? Вот, ядовитый орел, ну сколько требует? Немного и немало. Эх, всего лишь 26 монет. А нужно 34, да? Так, печь для переплавки. Я смотрю, печь никогда ничего хорошего не дает. Обычно какую-то ерунду. Так, сундук чуть было не прозевакал. Ну что, пойдем с собой дальше. Так, тут, наверное, лучше вот так вот сделать. Хоп. Активировали бомбочку с тобой, да? Не кисло.
Котик отвлекает, молодец. Где там еще враги? Сейчас попробую. А что, бумеранг? Ах ты, гаденыш. Оу. Ты посмотри, сколько у меня здоровья осталось. А почему так мало-то? Я никак не могу понять. 34, поехали с тобой быстренько купим зелье ХП. Так, оно где? И у нас босс. Блин, энергии нету. А босс на носу. И как быть? Как быть? Вот объясни мне. А чё так мало? Трындец. Как ты мало восстановил, а? Всего лишь 2 единички здоровья. Ну это смех на палке. Побежали к боссу тогда. Все равно нам здесь делать больше нечего. Ой, чувствую, сейчас босс меня тут быстренько ушатает. Опять же, все зависит, что за босс будет. Рождественский энд. Где ты, гаденыш? Что он делает? Так. Ёлки-палки, он лютует. Смотри, что творит. Я сейчас попробую, ребят, вот так вот сделать. Давай, 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 давай. Мне энергии не хватит с ним справиться, да? Ой-ой-ой-ой, одна хпшка осталась. Да куда ж ты лезешь-то? Я сам виноват, ребят. Давай вот так вот сделаем. Я его все равно ушатаю. Ракетника этого. Ох, 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 что ты там творишь-то? Готов. Уходим, уходим, уходим. И все у меня получилось. Так, древесину заберем. Семена дуба. О-о-о-о-о-о. Смотри, что нам выпало. Прикинь. Обалдеть. Классная штука, наверное. Выберите бонус. Иммунитет к ловушкам, устойчивость к урону при столкновении. Вот, возьмем с тобой это. Так, ну что, друзья мои, ПП новейшего поколения, свирепый ствол, в общем, я готов. Ага, это опять у нас локация с призраками, да? С жабами, с этими взрывными, короче, с касперами и прочей нежитью. Так, ладно, разберемся. С этим мы с тобой разберемся быстренько. А босс здесь, наверное, будет, как обычно, рыцарь, да? Свирепый этот. Подожди-ка, я же убил, а где сундук? Вот он. Дай сундук. Вот так вот, забрали энергия. Отлично. Так, статуя ассасина. И что ты мне... Я не пойму, ребята. Я потерял ту способность, которая у меня была по взрывчатке. Он мне ничего не дал. Может быть, он ловкость дает или еще что-нибудь. Так, не, двухствольная винтовка мне не нужна. Давай проверим, что вот это за пукалка. Вау. Обалдеть. Классная, кстати, штука. Хе, мне нравится. Так, призраки. Призраки. Ах ты. Вот хуже нету, когда вот эти вот патроны летят в разнобойку. Не знаешь, куда сунуться, куда убежать. Причем здесь такое немножко управление хитренькое, что надо вот как-то форсировать между ними. Так, дай-ка я. Ну. Давай, давай, давай. Он сам, что ли, на них направляется или что? Я что-то не понял, если честно. Ну где этот Каспер-то? Зловонный, вон он. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай-давай-давай. Все, справились. Нет, еще один последний остался. Так, отлично. Куда нам двигаться? В портал, что ли, уже идти? Только раздухарился, и уже в портал мы с тобой идем. Хорошо. Так, монетки есть? Хватит мне тут? Не хватает буквально одной монеточки.
Ну, и ведьмы эти. Ведьмы. Они как те кабаны, ребят. Тоже бегут, сломя голову. Дай энергию сюда. Тыква там думала отсидеться. Ага, конечно. Так я тебе и позволю там отсидеться. Так, тихо. К лягушкам, к этим не подходим с тобой. Где там привидение? Оп, а у меня закончилось, да, оказывается? Ой, а как я буду их сейчас подбивать-то? У меня энергии нету. Так вот, что ли? Так все, больше у меня ничего нету. Ребята, что в этом случае делать, когда у тебя ничего нету? Ни энергии, ни шиша. Снимать штаны и бегать? Вообще ничего нету, прикинь. Офигенно. Просто обалдеть. Я не могу ни подраться, ничего сделать. А у меня призрак. Ха. Если только знаешь, что сделать. Вот так вот. А дальше-то что? А дальше только погибнуть остается, ребят. Вот и все. На. Да это бесполезно. Энергии нету. Как я тут с ними буду драться? Блин, помнишь, когда у меня тогда была классная пуколка? Вообще классная, которая не требовала у меня ничего, ни энергии, нифига. И урон наносила прикольно. Я еще и прокачать умудрился. Ну а тут как быть? Ну как? Без оружия, без всего. Не стрельнуть, ничего не могу. Энергии нету, денег нету. Че? Зашибись. Враги тут по всем фронтам бегают. Не знаю, друзья мои. Просто сдаваться, наверное, надо, да? Ну а что тут еще придумаешь? Это еще тут докопался до меня, бегает. Так в головой. Но вот это все-таки несправедливо, ребята. Хотя бы со временем могли бы сделать так, чтобы она просто накопилась. Ну, накапливалась. Пускай медленно, но накапливалась. Чем вот так вот. Без всегошеньки вообще. Да, ну это бред какой-то. Так, подожди, а что это произошло? Я тронул, и они отдуплились? А так что ли можно было? Нет, так почему-то нельзя было. А привидения почему-то исчезли. Почему так сработало? Для меня это странно. Кто-то говорил, у тебя энергия и так накапливается, когда ты юзаешь вот эту свою ульту. Где она восполняется? Где? В каком месте? Объясни-ка мне. Я не вижу вообще никакого восполнения. Так что, ребятушки, все это в раке. О, 16 энергии дали. Спасибо. Давай попробуем. И все, и опять у нас энергии нету. Ненадолго, конечно, хватает. Так быстро она заканчивается, а? Так, ладно, будем с тобой, ну, пытаться как-то убить этого тыквоголового. И ничего сделать я не могу больше. Убили, что ли, мы его, нет? Какой там убили, вон он прыгает. Веселится. С киской с моей играет. Ну-ка. На тебе, твою же налево. Еще, о, тут еще и ведьма прибавилась. Тотальное какое-то выживание у нас с тобой здесь получается. О, ведьма там летает. Шарики свои выпускает. Так, нам надо, наверное, ведьму с тобой все-таки подбить. Живая еще. Так, подожди-ка. Готово. И опять мы один на один с этим хмыренышем, да? Сейчас я... Вот так вот. Разочек мы по нему звезданули. И ждем-ждем, пока у нас с тобой восстановится опять энергия, чтобы хотя бы нанести один урон. Надо же.
Котик подбил. Так, давай-ка я зайду, наверное, вот сюда вот все-таки. Может быть, что-нибудь здесь будет? Оу, хотя бы так. За 22, да, я его нанимаю, ребята. Если хочешь жить, говорит, иди за мной. Понятное дело. Так, сундук. Легкий арбалет. Бред какой-то, легкий арбалет. Я тебе скажу. Опа, что это за кристалл? Что это за кристалл такой лежит? Блин. Энергетический камень. Невозможно добавить. И сюда же тоже невозможно добавить. Ну-ка. Увеличение количества врагов. Пронзить пули. Слушай, вот в это оружие, я так понимаю, нельзя ничего добавлять, да? Только вот в стрелковое. Ладно. Ну что, забегаем. Тихо. Парень, ты будешь мне помогать или нет? Помогает, как может. Давай ведьму эту. Вот так вот всех. Ой, я без энергии опять думаю, что проблема-то? Так, ну паренек мне помогает с базукой. Давай бомби по этому тыквоголовому. Отлично. Так, сундучок открываем. Немножко дают энергии. Ну что же, в портал? Другого варианта все равно нету. Не, ну таким темпом я далеко не уйду, согласись. Энергии нету. Финансов, как ты понимаешь, у меня нету. А врагов? А врагов, как всегда, куча. Кто там еще сосульки в меня бросает, а? Да зачем мне, блин? Ну вы издеваетесь, что ли, а? Парень, бомби там по ним. Так, энергия, срочно собираем. По кусочкам, по лоскуточкам, как говорится. Привидение там, что ли, до сих пор, да? Буянит. Блин, да оно достало уже. Все. Ага, все. Блин, да чтоб тебе. На. Так, тыквоголовый. Давай. Накумарили. Да сколько врагов-то здесь будет? Может, хорош уже тут баловать-то? Ага, ведьма. Еще одна. Так, разобрались? Нет, привидение тут еще пляшет. Да сколько же вас тут, а? Ну, в конце-то концов. Блин, опять я, ребят, без энергии. Будем надеяться на этого нашего гранатометчика. А он получает урон, походу, дела, нет? Ну ты будешь стрелять-то там. Так, чуть-чуть энергии взял. Монеток подобрал. Ну, кто там? Ведьма. И привидение, да? Вот оно. Готово. Так, где сундук? Вот он. Что нам дальше? Я схожу, наверное, вот сюда вот. Посмотрим, что у нас тут лежит. Сколько ты потребуешь за него? 25 голды. Не хватает мне. Ладно, надеюсь, мы накопим с тобой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну где ты там? Давай, разносим этого главаря тоже. А что, этого подбили, что ли? Блин, моего ребята-охранника подбили. Который бегал мне и помогал. Теперь я остался без него. Печалька-то какая, а? Да, он какой-то ватным оказался. Слишком быстро его распечатали. Будем честны. И меня подбили заодно сразу же. 290. Окей. А, ну тут хотя бы полный запас энергии. Окей, ребята. Значит, еще повоюем, блин.
Значит, еще или повоюем, или отдуплимся. Тут одно из двух. Твою ж налево, сколько тут этих вражин. Все? Нет, не все. Вот теперь все. Отбеливатель. Но он со звездочкой, ребят. Что за отбеливатель, а? Ну-ка. Да. Какая-то ерунда. Так, дай мне мое ПП новейшего поколения. Так, что это там у нас понавыпадало? Ладно, фиг с ним. Это у нас портал. Нам нужно с тобой повыше подняться. Вот сюда. Да чтоб тебя оружие, блин, не поменял. Вот из-за такого вот и продуваем мы с вами. Из-за какой-то ерунды. Ну. Так, успел кофеечку налить себе на паузе, пока была игра. Опять с энергией проблемы, а? Да чтоб тебя. Слушай, мне кажется, вот эта вот пушка, которую мы взяли с тобой, да? Даже я не скажу, что это пушка, какой-то бур, по-другому не назвать. У этого дерева, у рождественского энта. Что-то как-то не заходит она мне. Что-то вот как-то вот не то. Немножко не того эффекта я ожидал. Так, ребят, сегодня, наверное, мы на втором канале поиграем с вами в космического Робинзона. И, скорее всего, маленечко затронем нашу новую игрушечку Рогалик. Если кто не видел, обязательно зайдите, посмотрите, я думаю, что вам зайдет. Так, ну-ка. Ой, опять я без энергии остался. Нет, нужно брать оружие ближнего боя. Хоть какое-нибудь. Вот хоть простейший. Я бы, наверное, вот заменил бы. ПП оставил бы, а вот этот вот свирепый ствол я бы, наверное, все-таки заменил. Ну вот как вот с ними драться, а? Сейчас меня тут распишут, расколбасят. И выкинут. Вот и все. Вот что вот это такое? Вот смотри, я нажимаю, появляется надо мной три таких вот палочки. Это что значит вообще? А? Что это за секретик такой, которого я еще пока не постиг? Так, 16 энергии. Подожди, где мы с тобой? Мы уже везде были, да, получается? И у нас остается лишь только портал. Денег 43 монетки. Денег 43 монетки. Дай-ка я сюда загляну, пожалуйста. Опачки. А кто у нас тут? Торговец. Мало. Прототип Ресальтрона. Да, эта пушка, конечно, была бы хороша. Надо будет от этого ствола, мне кажется, избавиться нам. Ладно, погнали в портал. Посмотрим, что у нас тут. Опачки, выбери бонус. Устойчивость к заморозке, дополнительное время заморозки врага. Так, больше самоцветов в конце каждой игры. Каких самоцветов? Критический урон от пуль может пробивать броню врагов. Слушай, я вот насчет пробития брони пока еще не понял, ребята. Где здесь бронявые монстры? Так, 96 энергии. Ой, поехали. Вот как тут так быть, а? Каждую пульку экономить тоже как бы не вариант. Так, а вот броня. Офигеть, одна пуля у меня почему-то отняла аж целых 3 здоровья. Почему так происходит? А, ребят? Такого не должно быть. Одна пуля 3 хп отнимает. Это ересь какая-то. Как этот, как Сайгак тут. Все, зашибись, довоевались. Надо же, наполучал-то тут древесинку и этот. Так, давай, наверное, улучшим. А что это будет у нас улучшение? Еще одна звездочка. Ну, он-то теперь должен быть вообще крутышом, согласись.
А может быть, он не будет у нас никаким крутышом. Так, а вот эта вот барышня торговец. И что она может мне дать? Ничего. Просто показала рекламу и все на этом. Пандочка, да, я бы тебя бы покормил бы, но... Так, а это что у нас такое? Что это? Какой-то там утенок лежит. Кстати, вот этот ствол вообще не тратит... Ой. Я нечаянно нажал. Ой. Зашибись. Бомбочка вылезла, взорвалась и еще нанесла мне урон. Колоссально просто. Инженер, чини турель. Чини давай свою турель. Да побыстрее. Так, а здесь больше никаких у нас с тобой нету достижений. Ну-ка давай посмотрим. Wanted. Скальный краб. То есть 10 крабов нужно убить, да? Так, защита. Так, все оружие при использовании получает. Чего получает? Непонятно. Чего-то получает. Типа челленджа. Разблокируй с помощью материалов. Вообще ничего нету. Разработать. Недостаточно материалов. Естественно, недостаточно. Так, ну что, друзья мои, наш рыцарь немножечко прокачался. Получил еще одно улучшение. Поехали рвать врагов. А, мы с собой опять в джунглях? Опять в джунглях, да? Ладно, будем разбираться. Блин, ну конечно, без пушки, без моей, без той, это полная ерунда. Там-то было ПП новейшего поколения, а это что тут у нас с тобой? Пукалка, ну по крайней мере она не требует энергии. И это хороший плюс. Согласись. Так, это что такое у нас? Просто палка какая-то лежит. Палка-копалка. 5 монет. Естественно, я, наверное, ничего здесь себе купить не смогу. Хотя пушка лассо. Слушай, а не вот такую ли мы пушку с тобой брали в тот раз? По-моему, она. Да, вроде бы как она. Ох ты. 15 монеточек забрали мы с тобой. Но сейчас я устрою нашим врагам карнавальную ночку. Иди отсюда, шимпанзе. Даже не вздумай ко мне подходить. От тебя пахнет невкусно. Так. Улитка, ты что, не погибаешь-то, а? Фейерверки, копья. Тут еще такая суета жесткая начинается. Так, разобрались, да? Какие варианты у нас с тобой есть? В портал идти только. Погоди-ка, в портал. А я разве был вон в той верхней комнате? Вот здесь вот я был? Скажи-ка мне на милость. А, был. Ну да, значит, получается, мы с тобой забегаем в портал. Друзья мои, я вас в комментариях просил написать, как покупать новых героев. Я так и не понял. Я же... Надо посмотреть просто старую первую серию, тогда я сам все пойму. Так, что у нас здесь? Иммунитет к ловушкам, устойчивость к урону при столкновении. Пули могут отрикошетить. За убийство врага можно получить дополнительную жизнь. Нет, давай-ка вот это, наверное, мы с тобой сделаем. От этой... Так, маг. Я помогу. А это у нас обманщик. С обманщиком мы с тобой дела не имеем. Мы его проходим стороной. Колбасим. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая здоровая, отвратительная обезьяна. Подбили мы ее довольно шустро. А это что там у нас? Чувак с фейерверком, да? Все балует. Ну, балуй. Добаловался. Так, зайдем сюда, глянем. Статуя рыцаря. Оу. Он мне дал подмогу. Рыцарь маленький со мной будет бегать. Ну что ж, спасибо тебе, статуя. Надеюсь, это будет классный рыцарь. Ну, по крайней мере, любая помощь мне здесь уж точно не помешает, согласись. Так. А где этот рыцарь-то? Че, уже все, что ли, отдуплился?
Да, друзья мои, я, честно говоря, ожидал от этого рыцаря большего чего-то, чем просто появиться и погибнуть. Да уйди ты, обезьяна. Так, это улитка противная. Гусеница даже. Давай, давай. Отлично. Валим, валим, валим эту статую. Еще враги. Ну. Готово. Готово. И последняя обезьяна. Ушоркана. Так. Инопланетный орех. Вот эту штуку дай мне, пожалуйста. Ага. Невозможно добавить, пишет. А что, интересно, тут будет лучше, а? Я даже не знаю, ребят. Оставим, наверное, с тобой вот так вот, как есть. Сходим вниз, там сундук у нас лежит. Топор. Топор с одной звездой, то есть, ну, прокачанный, так скажем, да? Ладно. Что? Подожди, что там показала инопланет... А, у меня пушка лассо и... Инопланетный орел тоже, кстати, прокачанные. Так что... Все по чесноку. Ну что же, 1-3. Здесь у нас что? Торговый автомат. Могут дать оружие. Пока оно мне не нужно. Поехали. Сразу с разборок, ребят. Сразу с разборок. А рыцарь-то откуда у меня появился? Тебя же не было. Взял откуда-то появился. Странно. Очень странно. Хе, его не было. И тут он вдруг взялся из ниоткуда. Ну что же, я только рад. А это кто у нас тут такой? Добро пожаловать на станцию аренды наемников. Ставьте 22 монеты. А что, а рыцарь... Блин. А рыцарь меня покинул, да, получается? Плохо. Торговец. Дай-ка я... А, мне не хватает. Понял. Ну что, пойдем с тобой наверх тогда? Вот сюда? Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Вжариваем им всем тут. А, нет, смотри-ка, рыцарь. Я что-то не могу понять. Он куда-то исчезает, потом вдруг откуда-то появляется. Нет, это, конечно, хорошо, что он со мной бегает. Но он меня немножко пугает. То его нету, как говорится, не рассчитываешь на него. Тут тут откуда-то появляется. Ой-ой-ой-ой, это что там, статуя, да? Стреляется дротиками. Окей. Робот прикольно бомбит. Так, сундук. Ну и что мы с тобой можем сделать? Вот, вот сейчас, по-моему, рыцарь наш погиб. Вот он, валялся. Но он, видимо, воскрешается, что ли, со временем. Поехали. Давай-давай-давай-давай-давай. Зарядим по полной программе этим обезьянам. Ну да, рыцарь нас, по ходу дела, покинул теперь уже насовсем. А, не, вон, опять он живой. То есть он очень быстро погибает, ну и также может воскреснуть. Я его, как говорится, понял. Кстати, вот эта пушка у нас тоже не берет нисколечко энергии. То есть мы сколько хотим, столько стреляем из нее. Единственное, что она какая-то медленная. Вот это будет, по-моему, повеселее, да? Кто там все буянит, а? Понятно, статуэтка, все, разобрались. Ну что, тут выбор только один, идти в телепорт. Тогда чешем. Заходим. Так, выберите бонус. Увеличение скорости стрельбы, оружие. Да, наверное, вот это вот мы с собой сделаем. Будем сейчас как из автомата строчить. Так, опять торговый автомат. Поехали. Я буду, как всегда, со своей маленькой пукалкой тут разбираться. Давай, 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 давай. Это что еще тут? Бубух. Робот там у меня наяривает, будь здоров. Отлично, по красоте все получается. Мне надо где-то восстановить здоровье себе. Я хочу, чтобы у меня было 7 из 7. Опа. Так.
Вот это я, ребята, лопухнулся опять же. Давай, 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 давай. Уничтожаем турель. Есть контакт. Зачем я взял это 7, объясни мне. Ладно, пускай будет. Я готов. Сразу наказываю. Всех, кого вижу, сразу бомблю по ним. Отлично. Мне нравится вот этот робот. Он накапливает долго заряд энергетический. Но если он попадает во врага, он сразу его уничтожает. Сразу же. Даже не спрашивает. Даже не спрашивает, как тебя там звать. Кто ты такой. Так, секунду, мы с тобой вот здесь вот были или нет? Что-то я совсем все запомнил. А, были, мы там разбирались. Так, тогда нам нужно сходить в правую сторону. Там восклицательный знак. Возможно, там что-нибудь будет для нас хорошее. Так, глянем. Переплавка. Не совсем бы я хотел тут что-то переплавлять. Меня вполне устраивает наше оружие. И уже скоро будет, по ходу дела, босс. Да? Так, это у нас до сих пор еще первая локация, по-моему, если не ошибаюсь. Да, 1.5. Здесь уже будем с боссом бомбиться. Давай. Окей. Наяриваем, наяриваем. Да. Тотальная разборка, причем довольно быстрая. Давай сходим сюда вниз. Хочу просто посмотреть, кто здесь. Опа. Наставник. Обучить наемника. 6 монет. Он явно стал сильнее. Обучить наемник. Давай. Еще стал сильнее. И еще стал сильнее. О, ты посмотри, какой робот у меня стал. Ха, большой. Прикинь. Ох, он, наверное, сейчас будет бомбить. И рыцарь тут как тут. Прикольно. Пускай даже они все быстро погибают, но хоть как-то отвлекают на себя урон. И это самое главное для меня. Ну что, разобрались там? Так, все, готово. Двигаемся наверх. Двигаемся с тобой наверх. Активируемся и погнали. А вот, кстати, по-моему, этого краба нам нужно подбить. 5 штук, да? Который вот лежит. У нас с тобой было задание, такой челлендж. Могу, конечно, что-то и попутать. Робот, ты что там делаешь? А, понял. Ты этого ханорика бомбишь. Ты этого ханорика бомбил, ладно. Давай забомбим статую. Вообще расколбас идет капитально здесь. Так, мартышка тут добегалась, допрыгалась. Все, сундук мой. И идем с тобой наверх. Интересно, какой здесь будет босс? Мне вот всегда интересно, какой будет босс. Ё-моё, отравление, это зачем столько вешать-то? Блин, я стою тут как в ловушке. В ловушке. Лучше издалека уж тогда бомбить их, да? Улитка! Почему я называю улиткой, если... Как тебе объяснить-то? Это не улитка даже, а... Гусеница. Да, это больше похоже на гусеницу, чем на улитку. Готово. Так, впереди нас поджидает босс. А здесь у нас сундук. Ракетный расщепитель. Ого, но он требует энергии. Я, наверное... Блин, то... подожди-ка, гранатомет я могу взять? Вот так мы, наверное, с тобой, да, оставим? И попробуем рвануть на босса. Ракетный расщепитель. Так. Да, исторический колосс. Да куда я стреляю-то? Ой-ой-ой. Да, блин. Прячемся. А что там делает? Хорош. Какие-то штуки активируют противные. Стреляю, 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 ребята. Из расщепителя по нему.
Ну упади ты уже, гаденыш. Не хочет падать. Так, остался чуть-чуть. Готов, парнишка. Сундук. Посох света. Ну там не только посох, там еще что-то же лежит, я же вижу. Батарея. Ага, батарея мне как раз пригодится. Слушай, а что это за статуя такая была? Интересно. Даже не активируется. А, это дротиком стреляет. Все, ребята, покидаем с тобой это подземелье и выберите бонус. Максимальная энергия плюс 100. Так, увеличение количества пуль для дробовика. Увеличивает дальность атаки оружия ближнего боя. Нет, я думаю, что мы с тобой, наверное, возьмем энергию. Теперь у нас будет на соточку больше, да? Автомат, что ты нам предложишь? Зелье здоровья, спасибо. Как раз его-то мне и не хватало. Опа. Давно-давно мы не дрались со скелетосиками. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Колбасим-колбасим. Готово. Так, ну что? Сундук откроем. А здесь у нас что лежит такое? Торговец. Слушай, ну по идее нам здесь ничего не надо. Вот это непонятно, да? МП. А, М441. Что означает, фиг поймешь. Ладно, это не суть. Мы с тобой продолжаем нашу эпопею. На тебе. А, тут не пройти. А, тут надо пробивать ее. Красоты. На тебе. Нати. Неплохая пушка на самом деле. Вот это вот. Бомбит только шорох. Так, секунду, куда нам теперь с тобой? Там портал. Можем зайти вот сюда вот глянуть. Статуя священника. О. Что это нам дало? Благословение какое-то? Ну, будем надеяться именно на это. Так, когда уровень здоровья опускается до ноля, питомец просто офигевает от тебя. Шучу, конечно же. Ну что, ребят, продолжаем. Ага, ага. Тут уже мортиры всякие. Точнее, пушки. Да я поставлю свою маленькую. Подожди-ка, а где моя-то пушка-то? Блин, я не ту пушку оставил, ребята. Господи. Я хотел мою скорострелочку оставить. Ага, а оставил дробовичок, типа, да? Ну тут чисто энергию, да, мы с тобой получим, понятно. Ну что ж, придется бегать с ракетным расщепителем. А что сделаешь? Лопухнулся, если я сам. Ё-моё, что тут за расколбас тут? Опа, батарею нашел. Еще одну причем. Почему здесь так очень-очень редко выпадают вот эти вот материалы, которые нам нужны? Очень редко. Я удивлен, что как-то мы с тобой за два раунда, за две игры нашли две батареи. И то одна из босса выпала. Ага. Лед. А, орел льда и пламени. Но. Колбашу, колбашу, колбашу. Расколбасил. То есть она бомбит и огнем, и льдом, что ли, сразу же? Ну, получается так, ладно, хорошо. Проверим ее в действии. В любом случае, она синяя. А синяя это лучше, чем белая или зеленая, согласись. Так, никаких бонусов, понял. Куда он? Что он делает-то? Ты что делаешь-то, эй? Робот с ума сошел. Друзья мои, робот сошел с ума. Прыгун. Ничего себе прыгун. Робот, да ты успокойся, господи, ты чё? Совсем с катушек поехал. Чё происходит? Чё? Что еще за прыгун? Нет, бомбит не кисло, я ничего не говорю. Ну. Так. Снаряды, я уже эти снаряды воспринимаю. Оу. Давай. Да тихо ты. Одно хп осталось.
Робот, ты с своими пулями, ты, блин, достал. Базука. Блин, мне срочно нужно ХП, ребят, но это не дело. Так, оружейник. Усилить текущее оружие. Ну давай, усили. Мне что-то клинанул у нас робот. Я тебе серьезно говорю, клинанул. Дайте мне, пожалуйста, аптечку. Что там? Штурмовой дробовик. Блин. Опять у нас здоровья мало. Эй, тихо, 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 тихо. Это вот этот вот демон паршивый. Блин, я даже не могу, ребята, воскреснуть за финансы, потому что финансов у меня просто нету. Последний, короче, я трачу пули. Да кто там стреляет? А, это мой робот стреляет, ё-моё. Просто вот из-за его снарядов, ребята, я и, как говорится, все подпортил. Я думал, что это летят вражеские снаряды, и я от них уворачивался. Ёй, дри, тебе на корень. Вот этот демон мощный. Так, забомбили мы его, да? Фиг поймешь, такая суета, ничего не разобрать. Ладно, забираем монетки и валим с тобой в телепорт. Но это у нас с тобой последний шанс был на воскрешение, потому что бесплатную попытку потратили, а, как ты понимаешь, финансов у меня больше нет, именно голды. Так, здесь у нас что с тобой? Сократить время восстановления навыка, а здесь отсутствие дополнительного урона, если щит разрушен. Вот это вот я хочу взять. Может быть, именно из-за этого я получаю офигенный урон, когда у меня щит разрушен. Ну как варик, может же быть такое? Может. Да что ж такое, это опять я без брони остался. Быстро очень ее сносит. Так, давай-ка заглянем, что у нас тут. Ага, голда. Отлично. Так, сундук наверху. Пойдем за ним, сходим. Так, это у нас что? Зелье восстановления, ничего, по-моему, энергии. Штурмовая винтовка. Кластерная ракета. Так, проверим. Ну что, я думаю, побегаем, наверное, с ней, да? Что за мини-реактор? Так, лавовый камень. Ну, лавовый камень, наверное, нам пригодится больше. Так, у нас с тобой есть финансы, давай все-таки посмотрим. А, это восстанавливает немножко энергии и... Блин, ну робот клинанул, а? Трындец. Просто не дает сконцентрироваться. Так, дай-ка я вот так вот попробую. Воу. Слушай, ну это круто. Вот это вот ракетница кластерная. Мне нравится, что она делает. Так, мы их разобрали, сундук открываем. И сходим с тобой еще внизу. Комната у нас непроверенная. Потом уже пойдем в портал. Вот робот чеканулся, а совсем. Давай, 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 бомбить. Где там этот демон? Забомбили. Готовы. Я даже ничего не понял, что мы тут сделали, но мы их уже подбили всех. Ладно. Комната эта проверенная, пошли в портал. Идем с тобой в портал. Так, это у нас какой по счету? 1-3 будет, да, портал? А, 2-5. То есть это уже... это уже будет босс. Здесь. Твою ж налево, как мы быстро с тобой добрались. Не ожидал. Очень быстро мы с тобой добрались до него. Тут у нас что? Вулканический бластер. Да больше уверен, что это фигня. А не бластер. Тем более он белый. Поехали. Вот раздражает меня вот эти вот враги, которые сразу же не успеваешь зайти, начинают тебя ракетами бомбить. Так, что такое, я не понял. Что ты не умираешь, эй. Демон. Так, наверх или вниз? Вниз сходим с тобой, проверим, что у нас тут лежит.
Окей. Монеты. 54 монет у нас с тобой в общем количестве. Так, вот здесь интересно, куда нам идти? Давай сюда зайдем, наверное, в эту комнату. Побомбим их. Молодец, блин. Чуть меня не подставил этот робот на отравление. Ну и что ты не бомбишь? Что тебя переглючивает, то ты не бомбишь. Странный, конечно, он. Все, успокоился, прикинь. Остыл. Наконец-то. Так, ну что, скоро босс, друзья мои. Скоро будет босс. Посмотрим, кто здесь у нас будет. Мне кажется, кто-то из старых, с кем мы уже с тобой раньше виделись. Так, быстро забомбили их. А вот, друзья мои, и дорожка к боссу. Ну что, заходим. Опа. Кто? СБ-807? Тихо, тихо, тихо. Тут главное уклоняться. Да отвали ты от меня. Да что же он там? Он там... Какие-то, ребят, ракеты... То есть от него не спрятаться, да? Он постоянно тебя бомбит. Да. Блин, вот если бы у меня были монеты, я бы, ребята, рисанулся. Ну, а так не получается. Но все равно я считаю, что было классно. Так, две батареи, семена. И тут мы с тобой упали. А вот это почему-то перечеркнуто. То есть я чего-то не выполнил, да? Что-то не доделал. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.